Всем доброго, меня зовут Александр. Еще одна объемная картинка. Такие китайские мотивы. Такой, мне понравилось, что вот такой хороший цвет, такие пастельные тона. И ну, она как-то не мрачная такая, не совсем веселенькая, но такие достаточно на акварель похожи. Вот, опять же, распечатал на принтере, это офисная бумага. Волшебная штука. Локально задул цапанлаком. Ну, то есть, вот, накрашенные все эти вещи. Теперь наклеиваем на ватман, вырезаем и склеиваем. Так, по аналогии с предыдущей, вот на эту рамку я тоже буду делать из досточки. Вот, нашел вот такую вот. По ширине она, ну, где-то 4,5 примерно, 4,5, 4,6. Вот, отрезал я из одной. Так вот, приложил. И потом поверху. Она уже, если первая была сантиметр примерно шириной, то это где-то пол сантиметра. 0,6, по-моему. 6 миллиметров. Я ее вот так вот располовиню и будет вот такая рамочка тоненькая. Посмотрю, как тонкая будет смотреться, хорошо или нет. Если будет хорошо, то замечательно. И там у меня есть еще такие вот картинки всякие, и буду уже делать вот из тонкой, ну, если толстую не достану. Если это будет не очень симпатично, то не знаю, как-то надо будет искусственно увеличивать толщину. Но это так, посмотрю. Вот как вариант. Располовиню. Это у меня получается 2,3 мм. Я вот все думал, с чешского переводил. Это чешский журнал. В общем, конкретных там цифр нет. Так, все в общих чертах. Вот деталь. Вот это. Один просто приклеивается, ну, как там написано, сколько я там прочитал. Вот эти места клапана приклеиваются, где обозначено там единичками и единичками. Ну, про два тут и так понятно. А вот эта вот деталь 9 написано, что на расстоянии 1 сантиметр, ну, около 1 сантиметра от вот этой детали. И потом еще в конце вот это... Чайка вот эта вот, она на расстоянии примерно 3 миллиметра от конца крабички, вот этой коробухи. Ну, то есть, вычислял я, вычислял, так ни к чему конкретному и не пришел. Ну, то есть, там так как бы не написано, там все это на личное усмотрение, я так понимаю. Поэтому, вот у меня 2,3, думаю, что этого будет вполне достаточно, если разделить. 2,3 сантиметр, сантиметр, даже не сантиметр, можно меньше. Первое будет, если смотреть по вот этим сгибам, то вот эта вот кормовая часть у меня получается 5-6 миллиметров. Носовая 3. Это либо она будет вот так вот выгнута, наверное, она будет так вот ровненько стоять, а выгнутый, и он будет дополнительно создавать вот такой вот выпуклость. Да, наверное, так и сделаю. То есть 6 миллиметров. То есть от этой будет 6 миллиметров. Первая будет отстоять. Вторую сделаю тоже не сантиметр. Можно сделать меньше. Так, у меня 2,3. Минус 6. 1,7. А, можно и 1 сделать. 0,7. И потом на 5 миллиметров от этой. Да, вполне хватит. Так что вот, буду делать так. Вот располовинил ножовкой по металлу. Пилится замечательно. Теперь все это дело надо наждачкой шлифануть. И буду собирать так же, как предыдущую, то есть на шпильке. Просверлю 3-миллиметровые и посажу на зубочистки. Чтобы у меня ну, не гуляло и проще было все это дело приклеивать. Все отшлифовываем. Вот выглядит вот так.
рамка. Я ее потом покрыл цапан-лаком и прошелся после чего наждачкой. Наждачкой 800 прошелся, но уже более-менее так ровно. Можно, конечно, еще такой типа нулевочкой все это дело зашпаклевать. Вот видно следы от зубочисток. Вот такая она темненькая была доска. И, блин, мне нравится. Вот, и теперь надо все это дело просто вот так вот приклеить. Намазать клеем, положить под пресс, пусть это все дело приклеится вот так вот. Одна, вот эти детальки, я вот их вырезал. Паруса. Чайку вот я вот немножечко вот так вот согнул. Это флаги, которые вырезать не стал. На круглом согнул вот эти вот вещи. И нужно будет и чуть-чуть выгнул нос, потому что здесь разные расстояния тут и тут. Сама основа выглядит так. Мне, честно, очень нравится. Прям и структура дерева такая темноватая, как раз подходит под этот. То есть так. Ну, это потом отрежется. Теперь надо будет вклеивать вот эти вот детальки. Одну просто я задвигаю до того, как она упрется вот этими вещами. Вот в основу. Вот. Так, следующий этап. Приклеим вот этих. Ну, там написано сантиметр. Приклею вот примерно на... Вот на середину вот этого расстояния, примерно вот так вот. Да, примерно вот так. Следующее мы, наверное, приклеим паруса. Вот таким вот манером. Там есть обозначение. Вот на них и будем клеить. Все три. Приклеенные паруса. Вот я их вот так вот линеечкой вот этой вот туда поджимал. Ну, на ровной поверхности. Клеил на цианкрилат, на суперклей. Паруса. Так, следующее. Надо приклеить вот эти вот флаги. И вот этот вот балкончик. Вот такой вот получается
Так вот на этом этапе. И осталось приклеить в угол вот эту вот чайку. Там написано 3 миллиметра от края, ну примерно где-то так и приклею вот сюда. И вот. И осталось теперь, вот я одну отрезал, чтобы удобнее было там ставить, как пока я там прижимал. И осталось убрать излишки ватмана. Вот так в итоге выглядит эта картинка. Может, так будет получше видно. Вот. Ну и что сказать? Очень нравится. Прям красиво, просто слов нет. Вот, картина готова. На этом данное видео закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.